Всем привет, с вами снова Ярик, номер один, бро. Я играю в стендов 2 с ютубером Филиппином. Макс Филиппин, типа, не знаю, скилл. Играю в стендов. Ну, относительно нормально. Человечку замечу. Вот. Это Филиппин. Я не знаю, Филиппин это настоящий, нет. Че? Я не знаю, насчет пострела, тут работает или нет. О, модель. Вот он, тут Филиппин. Ну, это фальшиво. Смотрите, как здесь смотрится прикольно. Филиппин. Да, вообще. Макс. Ну, это фейк. Со спонжа так говорит, так думаю, как с компом. Сдохни, дурь. Ну, что-то то, что решается. Это будет на земле или что? Хорошо, хорошо. Заход с вами, нет? Где заход с вами? Это только трейлер. По-моему, со мной играет Макс Филиппин, популярный ютубер. Сдохнет. Никита Гард. Чё, нет? Никита Гард. Ты его знаешь? Не, ютубер, по-моему... А, ютубер, по-моему, Барт. Не Гард. Где Филиппин? Великая крыса. Ну же, если лох, то вообще чё? Он сидит там. По-моему, Филиппин вообще не лох. Так он лох. Он вышел. По-моему, тут самый меньший заработок опыта. И монет. Опыта и монеты. Че? 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 Здесь много.
Максимально 15. Приходим в соседний игровой и режим. Ну, почти. Подожди, захват флага, командный бой и бомба. Вот, все мы скину. Нет, тут таких хороших тетки, которые легенды. Я играл в нее только что. Так вот, там тхайпло. Бегает тут. Бедм. Спецназ с эмками, террористы с калаша. Эмки говн. Ну, пока проиграем. Все равно, с калашами. Вот такой дико хотел выиграть. Теперь мы на эту. Дико. Если он тут все всех нож перестреляет, то все равно. Вот, ничего купить. А все таки на гранты такие. На калаш. Ну, короче, это конец серии. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки и так далее. Всем удачи, всем пока, с вами.